вечеринке, мы отходили за льдом, там с ребятами разговаривали, и Бен просто подошел как-то ко мне, просто начал рассказывать мне о том, что вот, Катя, у тебя такие классные ораторские способности, ты так здраво мыслишь для своих годов. Я говорю, а что ты так льстишь-то вдруг мне? Ну, как бы я поговорила, говорю, ну, есть какие-то задатки, говорю, ну, ладно, как бы, ну, не совсем уж не преувеличивай. И Артур заметил это, просто так обратил внимание. Потом мы сидели в доме, я сидела с Яной Захаровой, пока мне подсел Бен. И во время разговора просто, опять же, такой, вот у вас с Артуром будет все самое лучшее, ты самое лучшее. И там вот по плечику пошлепывал как-то, я даже на это внимание обратила, а Артур, оказывается, смотрел все это время на вечеринке, потом ушел и смотрел в окошко, стоял вот так, и смотрел, ну, смотрел со стороны, как это происходит. Он подошел к Бену и сказал, если еще раз вижу, вот ты чуть-чуть ее касаешься, то разговор будет совсем другой. Знаешь, что ты его